Привет, ребята. Обзор молока сохраняя традиции. Премиум ультрапастеризованное. 1000 миллилитров. Это хорошо. Белорусское. Почему-то много надписей на английском. Какая-то перемешка русско-английская. Хранится. Сколько он хранится-то? Понял, какой срок хранения. Сейчас посмотрю. 4 месяца. Что в нем интересного? Оно долгого хранения, вот от 4 до 6 месяцев. И молоко цельное. Это, как я понимаю, самый лучший способ сохранить молоко цельное, не нормализованное, не обезжиренное. Вот в этом его и преимущество. По вкусу оно нормальное, как бы хорошее. Я бы не сказал, что какой-то мега премиум, просто хорошее молоко. Жирность написана от 3,6 до 4,2. Естественно, тут 3,6 по минимуму жирность получилась. Вот такая коробочка стоила около 60 рублей. Может быть, бывает чуть дороже. Может, наверное, рублей 80 и за 100 продавать. По вкусу вполне нормальное молоко, хорошее. Не очень понятно, для чего тогда делают нормализованные и обезжиренные. Это какие-то виды ухудшения, хотя цены, они стоят также от 50 до 100 рублей, без разницы, там нормализованное, цельное. Так, чтобы, по идее, получается, все могли делать цельное молоко. На этом все. Пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Пейте цельное молоко.